Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Orient, модель TD0P002B. Корпус модели сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи, прошит нитью. Застежка псевдоклассическая, на самом деле это бабочка, сделанная из стали. Открывается нажатием на кнопки по бокам. Отрегулировать длину ремешка можно таким вот способом. Щелкнули, выбрали подходящую длину и защелкнули обратно. Задняя крышка сделана из стали. На ней отображена информация о модели, а также размещена фирменная голограмма. Циферблат черного цвета, защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени аналоговый. Цифры арабские, есть окошко с датой. Также есть три малых циферблата, отвечающих за работу секунд, это слева. Вверху показывает нам минуты хронографа до 60 минут. Также за работу хронографа отвечает большая секундная стрелка красного цвета. Внизу мы видим будильник. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер. Часы не боятся воды, с ними можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 42 мм, толщина 11 мм. Для работы хронографа используются кнопки выше и ниже центральной коронки, расположенной справа. Запускается верхней кнопкой. Ей же останавливается. Сбрасывается нижней кнопкой до нулевых значений. Для установки даты, времени и будильника используем коронку по центру. Для установки даты отводим коронку на один щелчок, поворачиваем по часовой стрелке. Чтобы установить будильник в этом же положении коронки, мы используем нижнюю кнопку. Для работы хронографа мы ее использовали в таком положении для установки будильника. Однократное нажатие переводит минутную стрелку на одно деление. Если мы удержим кнопку, стрелка будет бежать все быстрее и быстрее. Установили будильник, вернули коронку на место. Чтобы установить текущее время, мы отводим коронку на два щелчка в сторону. Обратите внимание, будильник при этом синхронизируется с текущим временем, после чего нужно будет, при необходимости, установить будильник снова. Устанавливаем текущее время. В конце всех настроек не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав ее к корпусу, чтобы часы снова пошли и чтобы обеспечить герметичность механизма. Кроме того, у часов есть еще светонакопительное покрытие, нанесенное на минутную часовую стрелку и на риски. В комплект с часами поставляется инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон с фирменной голограммой, уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.